Всем привет. Пришел вот на рыбалку. Смотрю, у меня тут и поклевки клюет. Клюет. И шары летят, блядь. И шары летят. О, видите, что летит. Этот, как его, блин. Дирижабль, блин. Ой, блин. Надо удочку вытаскивать. Ой, видите, большой дирижабль. А какой. Поклевка херачит. Такой вот дирижаблик здесь у нас летает. И рыба, самое главное, дирижабль, блин. Так, ладно, надо рыбу вытаскивать. Иначе останусь я без рыбы. Что там у меня за рыба, не знаю. Что-то стоит. Что за рыба, не знаю. Это рыба. Рыба какая, не знаю еще. Посмотрим. О, сорога. Сорога, видите, сорога. Все нормально. Сейчас будем ее багрить. Куда? Только назад вернись. Примерно на килограммчик, наверное, хороший сорок. Хороший сорога. Килограммчик, наверное. Сейчас я ее возьму с очком. Вот так. Все, с очки. Где-то с килограммчик сорога попалась. Неплохая. О, какая сорога. Нет, тут побольше, наверное, килограмма. О, какая сорога хорошая. Смотрите. Вот это сорога. Я понимаю. Так, ладно, сачок пока ее. Дирижабль, куда уже пока доставал, прилетел. Сейчас увеличу маленько. Вон он летает. Офигенный такой. Здоровый. Сюда идет. Обалдеть. Крутой. Вот тут сорога такая у меня тут попалась. Очень неплохая. Да, будет на засолочку. И коренная вся, пузо толстая.
С икрой сейчас сорока. К икромету готовится. Так, ладно, надо будет закидывать. Пока отключаюсь. Вот так вот. На дирижабль еще посмотрим сейчас. Маленечко. Все, отключаюсь пока. Оба, и на эту клюет уже. Удочку он дергает что-то. Оба. А, видите, что-то дергает. Оба. Короче, надо подсекать, вытаскивать, насаживать. Все, сейчас отключаю. Опять что-то есть. Уже темнеет, но поклевки нет. Короче, небольшая пока сорожка опять. Такая вот небольшая попалась. Все, надо ее мочить. Нож у меня сегодня, конечно, такой вот помощнее. Последний раз здесь маленький был, сломал. Вот такой мощный ножик. Пойдет им и кусты рубить. Хорошо. И рыбу. Хорошо долбить. Тяжеленький. Все, вот так готовы. Видите, малька там полно, плещет. Увидел, тормознулся. Давай дальше.
там поели. Отбивали очки. Как не дает. Грязь прямо выбила. Кормушечку забить. Пошу. Подсадить. Что-то есть. Снова сорожечка. Сейчас я сажу. Ну, вот такая вот. Опять небольшая. Ну, побольше, чем последняя была. Пойдет, короче. С икрой опять. Пугаем ее. Вот уже третья. Три штучки. Посадим.
может. Сейчас перестанет клевать. Даже не знаю. Попробуем еще посидеть маленько. Так, сейчас будем взвешивать вот эту рыбку, которую я сегодня вытащил. Сколько будет вот эта большая вешать? Я говорил, где-то больше килограмм будет. Весить. Вот смотрите, 0 граммов, да, показано. Вот я ложу. Вот я положил. Кило 35 грамм. Неплохо. Вешаем. Следующий ложим. Кило 535. Вот третью. Вот. В трех штуках. Кило 924. Три сорожки. Вот таких я сегодня вытащил. Все. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан еще. Сейчас я и буду солить. Я тут приготовил уже поддончик такой. Засыпал солью. Сейчас буду ложить, засаливать сорогу нашу. Так вот, как раз вот она уместилась в поддончик. Берем следующую. Ложим рядом. Еще одну тоже куда-нибудь есть помещаем. Вот так вот. И вот эту уклейку лежит. Вот такие вот три сорожки. Все. Всем пока.